Добрый день, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать сегодня в Государственном историческом музее на лекции, тема которой «Бывшие офицеры в Красной армии в период 17-22 годов». Сегодня лекция одновременно является и презентацией российского исторического журнала «Родина», и я рекомендую всячески вам свежий номер журнала, номер 11 за этот год, который целиком посвящен 99-летию революционных событий, и в том числе два материала касаются непосредственно темы сегодняшней нашей встречи. Это статьи о Борисе Михайловиче Шапошникове и Михаиле Дмитриевиче Бонч-Бруевиче, двух военных специалистах Красной армии. Что касается темы, конечно, мы все ближе к столетнему юбилею революции и гражданской войны, который нас ждет на будущий год. И по мере приближения к этому юбилею все чаще приходится задумываться о том, что же происходило столетия назад, почему это произошло, как оказался возможен вот такой глобальный раскол общества. И в данном случае, конечно, обращается внимание и на то, как раскололась армия, то, что произошло с вооруженными силами, с офицерским корпусом. Потому что именно на примере армии, на примере офицерского корпуса многие вопросы видны наиболее отчетливо. Если даже вспомнить о братоубийственном характере гражданской войны, то здесь мы можем абсолютно предметно судить об этом явлении, потому что оказались по разные стороны баррикад непосредственно целые семьи офицеров. Можно вспомнить семьи Свечиных, Махровых, Тихменевых, Беренцев и других, которые были разделены фронтами гражданской войны, и в дальнейшем просто эти события уже повлияли кардинально на судьбы этих людей, которые оказались одни в эмиграции, другие остались в Советском Союзе, и кто-то прошел через репрессии. Поэтому, конечно, надо об этом размышлять, надо вспоминать об этих событиях и анализировать их всесторонне, потому что, конечно, раскол офицерского корпуса – это такое явление, которое, в общем-то, ведет непосредственно к гражданской войне. Ведь можно себе представить, если бы офицерство оказалось монолитным, и, допустим, оно не пошло бы за большевиками, что бы могла сделать новая власть для того, чтобы защитить себя и хотя бы создать какую-либо армию? Практически ничего. Как говорил известный Владимир Ильич Ленин, только та революция чего-либо стоит, которая умеет себя защищать. И, конечно, мы сегодня говорим о Красной армии. Ну, раскол офицерства произошел, конечно, не только между красными и белыми, он произошел по многим направлениям. Это был раскол и между национальным лагерем, то есть многие офицеры пошли в национальную армию, кто был связан с национальными окраинами, украинская, польская, финская, закавказские, прибалтийские и так далее. Кто-то воздержался от гражданской войны, стремился всячески уклониться от участия вот, в братоубийстве. Некоторые примкнули к зеленому движению, воевали против всех. То есть здесь самые разные ситуации, самые разные коллизии. И, конечно, причины вот этого раскола, они в социальной сфере, в политической сфере, в сфере вот каких-то личных пристрастий. Мы сегодня об этом поговорим. Ну, начну с того, что сразу после прихода к власти большевики поняли, что без привлечения квалифицированных кадров командного состава, без привлечения на свою сторону офицерского корпуса, им не обойтись и не создать армию. Старая армия, напомню, к тому времени развалилась, разложилась, офицерство всячески преследовалось, подвергалось самосудам, были многочисленные случаи расправ, просто было опасно появляться человеку в офицерских погонах на улице. Ну и, в принципе, большевики и их союзники левые эсеры, они тоже, в общем-то, проводили антиофицерскую политику на первых порах. Было отменено ношение погон, были отменены все прежние привилегии, титулования. И, конечно, офицерство, которое держалось за эти традиции, за эти принципы, оно очень негативно отреагировало на то, что происходит. Но, тем не менее, все-таки политика привлечения офицеров на свою сторону, она началась именно в самом начале советской власти. Да, еще если говорить о таких антиофицерских мерах, конечно, надо вспомнить, что само слово «офицер» было отменено в Советской России. Сегодня мы будем говорить о военных специалистах, то есть был такой эвфемизм для того, чтобы обозначать офицеров, как специалистов в области военного дела. Но есть два базовых вопроса, которые нас должны интересовать в первую очередь применительно к бывшим офицерам в Красной армии, будем говорить бывшие офицеры. Это вопрос качества командного состава и вопрос численности. Значит, что касается качества, конечно, с 1914 года Россия вела
кровопролитную Первую мировую войну против целого ряда, целой коалиции довольно мощных держав. И в ходе этой войны русский офицерский корпус понес колоссальные потери. Прежде всего, практически полностью оказалось выбито кадровое офицерство пехотных частей. Если говорить о цифрах, то примерно к ноябрю 17 года в пехотных полках действующей армии оставалось только 4% кадровых офицеров. Можно себе представить, какие были потери. Что касается общей численности, по разным подсчетам, тут сейчас довольно сложно определить, мнения историков расходятся, к октябрю 17 года в русской армии служило порядка 250, нижняя цифра, и верхняя 320 тысяч офицеров. Из них порядка 190-260 тысяч, в зависимости от подсчетов, составляли офицеры военного времени, многие из которых впервые взяли в руки оружие и надели военную форму лишь в годы Первой мировой войны. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту о качестве офицерского корпуса. Фактически, к началу гражданской войны было две крупнейших категории офицерского состава внутри русского офицерства. Это кадровые офицеры и офицеры военного времени. Значит, разница между ними была колоссальной. Кто такие кадровые офицеры? Кадровые офицеры — это профессиональные военные. Это замкнутая привилегированная каста, которая исторически существовала в России еще с петровских времен, которая была полностью профессиональной группой людей. Нередко это были представители целых офицерских династий, где поколение за поколением представители рода избирали военную профессию. И, конечно, некоторые из них были людьми очень высокообразованными, имели высшее военное образование, причем как общее в Академии Генерального штаба, так и специальное, артиллерийское, инженерное и так далее. И очень сильны, конечно, в кадровом офицерстве были корпоративные традиции, дух офицерства. Многие были выходцами из дворян, однако на рубеже 19-го, начало 20 веков общей тенденцией в России и в других государствах была постепенная демократизация офицерской корпорации. Конечно, процент дворян и потомственных дворян он сокращался постепенно. Но можно отметить таких известнейших выходцев из непривилегированных сословий, которые пополнили офицерский корпус, как, например, генерал Михаил Васильевич Алексеев, который был сыном солдата, выслужившего офицерский чин. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов, который был сыном казака, дослужившего до младших офицерских чинов. Генерал Антон Иванович Деникин, это все видные деятели белого движения, был сыном крепостного крестьянина, отданного в рекруты и дослужившегося до офицерских чинов. Советский главком, бывший полковник Вацетис, вот сейчас он на фотографии, родился вообще в семье батрака. Кадровые офицеры были традиционно чужды политической жизни и не знали, не понимали значения политической борьбы. И партийной борьбы, идеологии, воспитывались на идеалах приверженности монархии, императору. Но постепенно, конечно, уже и в период Первой русской революции появлялись в офицерском корпусе политически активные люди. Те, кто исповедовал идеи конституционной монархии, были республиканцы, но все это не носило массового характера. Вот. Если говорить о кадровых офицерах, то можно отметить еще таких крупнейших деятелей гражданской войны, как, например, в Белом лагере это генералы Миллер, адмирал Колчак, советские военные деятели это генерал Бонч-Бруевич, полковник Вацетис, Шапошников, подпоручик Тухачевский, вот он перед вами уже в Красной армии. Офицеры военного времени представляли собой совершенно иную среду. Источники производства в офицеры в период Первой мировой войны, вот когда и появилась эта категория офицеров военного времени, были разнообразны. Можно было отучиться 3-4 месяца буквально в училище и получить чин прапорщика, став офицером. Либо по образованию, если человек имел высшее образование, он мог сдать военные дисциплины и тоже получить офицерский чин. И также распространено было производство из нижних чинов, наиболее отличившихся и наиболее приспособленных к этой службе казаков, допустим, или рядовых, да? Выслуживших сначала унтер-офицерское звание, потом произведенных в офицеры. Но так или иначе, конечно, это были уже не те офицеры, о которых мы говорили применительно к кадровому офицерскому составу. Это были уже даже, может быть, скорее и не офицеры, потому что это были люди, которые несли в офицерскую корпорацию свои представления, свои
свой жизненный уклад, то есть уклад тех групп, тех сословий, которые они представляли в мирной жизни. Фактически они стали офицерами только в годы войны. Существенно, конечно, отличалась их квалификация от кадровых и уровень подготовки. И многие, естественно, не связывали свою жизнь с военной службой, в отличие от кадрового офицерства. По сути, это был вообще срез всего русского общества. И, в общем-то, в большей степени эти люди выражали не офицерское мировоззрение, как я уже говорил, а именно мировоззрение тех групп русского общества, которые их рекрутировали в офицерство, которые они представляли. Они были гораздо хуже подготовлены к управлению войсками, и их сложнее, конечно, относить к военным профессионалам. Но вполне естественно, в среде офицеров военного времени было множество сторонников радикальных политических течений, в том числе большевистского. И можно назвать таких офицеров военного времени, которые стали известны в Красной армии, как, например, первый советский верховный главнокомандующий Николай Васильевич Крыленко, Сергей Георгиевич Лазо, Иван Федорович Федько, вот он на фотографии, Николай Александрович Щерс и другие прославленные военачальники гражданской войны. И, конечно, такие офицеры приняли и февральскую революцию, и октябрьскую революцию, и активно поддержали большевиков. Если говорить в целом о качестве командного состава Красной армии, то всего в Красной армии оказалось примерно 2500 бывших генералов и штаб-офицеров, то есть полковников и подполковников. И кроме того, свыше 1500 лиц, получивших высшее общее военное образование, то есть окончивших Николаевскую академию генерального штаба. Это к вопросу о качестве командного состава. Теперь следующий вопрос, вопрос количества. Вот здесь фотография уже красные командиры, и перед ними выступает военный специалист Владимир Лазаревич. В результате комплектования по добровольческому принципу в первой половине 18 года Красная армия получила только незначительное количество бывших офицеров. Но это было и понятно, потому что добровольцы всегда единичны. Увеличение набора произошло лишь после перехода к принудительным мобилизациям. К сентябрю 18 года было мобилизовано 4237 военных специалистов. По другим данным, призывы по декретам от июля, августа и сентября 18 года дали Красной армии к октябрю порядка 10 тысяч бывших офицеров. Численность военспецов существенно возросла лишь к концу 18 года. Издание 23 ноября 18 года приказа о призыве всех бывших обер-офицеров до 50 лет, штаб-офицеров до 55 лет и генералов до 60 лет дало новой армии свыше 50 тысяч военспецов, а также 9 тысяч лиц административно-хозяйственного состава. Ну, в сведениях о численности военспецов Красной армии существуют очень серьезные разночтения. Здесь можно обозначить некую цифру, которая уже устоялась в науке. Это 75 тысяч офицеров. Это цифра, которая была приведена еще в 1988 году в монографии замечательного советского и российского военного историка Александра Георгиевича Ковторадзе «Военные специалисты на службе Республики Советов». Но есть и другие данные. В частности, мне удалось в фондах Российского государственного военного архива обнаружить статистические сведения официальные по Красной армии о том, что в 2018 году в нее поступили 23,9 тысячи офицеров и чиновников, в 2019 – 80 тысяч, и в 2020 – 18,4 тысячи. Итого 122,3 тысячи человек. Ну, здесь вопрос такой, сколько было офицеров, сколько было военных чиновников. Это тоже категория, которая существовала в старой России. По обычному соотношению офицеров могло быть около 108 тысяч из этого количества. По другим данным, с марта 18 года по 15 июня 20 года на укомплектование Красной армии было направлено 154 923 человека командного состава, в том числе 22 869 красных командиров, то есть людей, прошедших непосредственно подготовку в Красной армии. Остальные 132 054 человека – это бывшие офицеры, военные чиновники и унтер-офицеры, причем последних насчитывалось до 22 тысяч человек. Вычитаем унтер-офицеров, остается около 110 тысяч бывших офицеров и чиновников. Следовательно, бывших офицеров по соотношению с чиновниками могло быть порядка 98 тысяч. К концу гражданской войны, кроме того, в Красной армии служило еще и более 14 тысяч бывших белых офицеров, которые попали в плен и затем были поставлены в ряды Красной армии. Сведения о них, видимо, тоже включались вот в эти показатели. Итак, по моим прикидкам, примерно около 100 тысяч
военных специалистов могло быть в Красной армии. Но по родам войск статистика различается. К примеру, к марту 2021 года в Красном флоте оказалось 6559 бывших офицеров из 8060 имевшихся в русском флоте на 1 января 2018 года. Таким образом, получается, что Красная армия, Красный флот получили 82% с лишним морских офицеров. Отдельные категории офицерского состава, наоборот, были вообще не представлены в Красной армии практически. Например, казачье офицерство, которое почти в полном составе ушло к белым. Тем более, что казачьи области, в общем-то, стали базой белого движения, находясь на окраинах страны, где советская власть была существенно слабее. Следующий вопрос, который должен нас интересовать, это вопрос о мотивах, по которым офицеры шли в Красную армию. И прежде всего, конечно, о мотивах офицерства до начала массовой мобилизации, потому что понятно, когда начались массовые мобилизации, все пошли принудительно, это лето-осень 18 года. То есть речь идет о мотивах добровольного поступления. И здесь, конечно, ситуация очень интересная. Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов то, что офицерство относилось негативно к большевикам в массе своей. Среди патриотически настроенного офицерства были распространены представления о том, что большевики — это агенты германского генерального штаба, которые предатели и прямые наймиты Германии, заключили позорный сепаратный мир в Бресте. И, в общем-то, конечно, служба таким людям, которые стремились к тому же к поражению собственной страны в Первой мировой войне, она не была по представлению этих офицеров делом достойным. Ну, в общем, здесь есть некие рациональные доводы. Действительно, был сепаратный мир, действительно, было предательство союзников по Антанте. И с точки зрения психологии офицерства это, конечно, было неприемлемо. Но, вообще говоря, активное выражение собственной позиции – это удел меньшинства в любом обществе и не являлось исключением русское офицерство. На самом деле громадное большинство представляло собой инертную массу, которая просто привыкла с дореволюционных времен служить по месту своей службы и исполнять приказы, что прикажут сверху. И, в общем, такие люди, конечно, оказались и остались на своих местах, а большевики, как известно, захватили центр страны, захватили органы военного управления, захватили основную часть фронтов. И, конечно, многие офицеры по этой причине, просто потому что власть сменилась, а они остались в этих учреждениях, управлениях, частях, они остались на службе уже и при новом режиме. То есть для них ничего не поменялось. Была захвачена и ставка тоже. Что касается как раз работников ставки, то они в большинстве своем остались на своих местах после захвата власти большевиками. В этом смысле период перехода от структур старой армии к Красной армии я называю инерционным периодом, поскольку многие офицеры по инерции оставались там, где они служили при смене власти. Для них смена власти стала очевидна уже позднее, уже когда советская власть начала проводить какие-то мероприятия, существенно поменявшие их образ жизни. Так, перед вами генерал-майор Александр Алексеевич Балтийский. И здесь я просто приведу его цитату. Он служил в Красной армии и говорил о себе и своих единомышленниках. «И я, и многие офицеры, шедшие по тому же пути, служили царю, потому что считали его первым из слуг Отечества. Но он не сумел разрешить стоявших перед Россией задачи и отрекся. Нашлась группа лиц, вышедших из Государственной Думы», то есть речь идет о временном правительстве, «которая взяла на себя задачу продолжать работу управления Россией. Что ж, мы пошли за ними, помогая им, как только могли, и работая не для них, а для пользы Родины. Но они тоже не справились с задачей, привели Россию в состояние полной разрухи и были отброшены. На их место встали большевики. Мы приняли их, как правительство нашей Родины, и также по мере сил стремились помочь им в их работе. В политику мы в то время не вмешивались и действовали по признаку преемственности власти». Ну, подобная позиция едва ли может быть названа гражданской, но она была достаточно распространена. Лишь меньшая часть офицерства по идейным причинам осознанно пошла на сотрудничество с большевиками. Но такие люди были. Вот перед вами генерал-лейтенант Николай Михайлович Потапов. Он после июльских событий 17 года, когда большевики предприняли попытку взять власть, начал сотрудничать с военной организацией Петербургского комитета РСДРПБ. Причем он был связан с большевиками Кедровым и Подвойским и состоял в родственных отношениях с Кедровым, был его двоюродным братом. А Подвойский — это руководитель военной организации большевиков, то есть фигура очень серьезная в партийной иерархии. И, конечно, сотрудничество генерала генерального штаба
Потапов занимал видное положение в Генштабе в 17 году, конечно, было серьезным фактором, причем по свидетельству Кедрова, генерал Потапов еще при Керенском оказывал большевикам ценные услуги. Но, к сожалению, никак не поясняется, что конкретно за этим скрывается, за этими ценными услугами. Уже в 20 году бывший генштабополковник Николай Николаевич Петин, на фотографии он справа, в Красной армии уже, в радиограмме своему однокашнику по академии, оказавшемуся у белых, он слева на фотографии, генерал-лейтенанту Петру Семеновичу Махрову, сообщал о своем переходе на сторону советской власти. «Я принимаю за личное для себя оскорбление ваше предположение, что я могу служить на высоком ответственном посту в Красной армии не по совести, а по каким-либо другим соображениям. Поверьте, что если бы я после тяжелых переживаний не прозрел, то находился бы либо на вашей стороне, либо в тюрьме или в концентрационном лагере. Я решил, что ничто не может оторвать меня от народа. Может быть, вы по-прежнему думаете, что в России все военспецы работают по принуждению, под страхом расстрела. Но такое заблуждение допустимо лишь рядовому офицерству, которое, насколько мне известно, вы держите в полной слепоте. Для вас же, занимающего столь ответственную должность, как должность начальника штаба армии, а Махров был начальником штаба Врангелевской армии, и пользующегося всеми средствами разведки, как агентурной, так и при посредстве иностранной прессы, должна была давно уже открыться картина истинного положения страны. И я только удивлялся, как вы, более других возмущавшиеся в дни первой революции бесправием рабочего класса, до сего времени состоите в рядах злейших врагов народа». Но в то же время абсолютное меньшинство военспецов вступило в большевистскую партию. Среди старших офицеров, продолжавших служить на прежних местах, при новой власти было распространено заблуждение, что оставших на старых должностях можно сохранить контроль над армией, в новых условиях не отдать ее в руки большевиков. Но в этой связи достаточно любопытно показание бывшего генерала Сергея Георгиевича Лукирского, которое он дал во время следствия по делу «Весна» в январе 1931 года. Наступившая Октябрьская революция внесла некоторую неожиданность и резко поставила перед нами вопрос, что делать? Броситься в политическую авантюру, не имевшую под собой почвы, или удержать армию от развала, как орудие целостности страны. Принято было решение идти временно с большевиками. Момент был очень острый, опасный, решение должно было быть безотлагательным, и мы остановились на решении армию сохранить, во что бы то ни стало. Есть и другие свидетельства на этот счет. Вот в частности, по свидетельству генерала Петрова, который в 18 году служил в чине полковника в штабе 1-й армии бывшего Северного фронта, все мы тогда плохо знали или закрывали глаза на то, что делалось на юге, то есть у белых, и считали, что в интересах русского дела держать в своих руках хотя бы в стеснительных условиях военный аппарат. Вспышки гражданской войны нас непосредственно не касались. В действительности подобные мотивы, конечно же, оказались иллюзией. Осознав невозможность осуществить задуманное, многие офицеры либо шли по крайне рискованному пути подпольной борьбы внутри Красной армии, либо бежали, дезертировали из Красной армии к белым. Беспочвенными оказались и надежды на непрочность и непопулярность большевиков, которых из-за этого поддерживали лишь для того, чтобы они свергли деструктивное временное правительство, после чего были бы сметены какой-то другой, более приемлемой для офицерства властью. Ну вот на фотографии генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, который писал о своих мотивах поступления в Красную армию. «Я, как с малых лет военный, за эти годы, 17-20 годы имеются в виду, страдая развалом армии, надеялся опять восстановить ее на началах строгой дисциплины, пользуясь красноармейскими формированиями. Я не допускал мысли, что большевизм еще долго продержится. В этом я ошибся, но я ли один?» Однако Брусилов и те, кто мыслил так же, как он, не ошиблись в том, что большевики довольно быстро на новых началах смогли восстановить армию и наладить строгую дисциплину. Эти меры не могли не импонировать офицерам, увидевшим в новом режиме сильную власть, способную справиться с анархией в стране. Отметим еще ряд причин, по которым офицерство добровольно выбирало службу в Красной армии в 18 году. Для многих офицеров, прежде всего кадровых, военная служба была единственным занятием, вне которого они себя просто не представляли. Это было их любимое дело, любимая профессия, дело всей жизни, что называется. Среди таких офицеров, конечно, получило распространение психологии ландскнехтов, когда люди были готовы служить любой власти, лишь бы только служить в армии, служить тем, кто нуждался в их услугах. Подходящим вариантом была служба как в Красной армии, так и в других армиях, белых, в том числе национальных, которые действовали в период гражданской войны. Тем более, что в новой армии, в частности в Красной, они оказались не одиноки, там были буквально тысячи их сослуживцев. Но в Красную армию активно шли и карьеристы. Вот на фотографии генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич.
Его родной брат Владимир Дмитриевич занимал пост управляющего делами Совета народных комиссаров и был вхож в ближний круг большевистского лидера Владимира Ильича Ленина, который даже ночевал у него на квартире. Но в идейном большевизме генерала Бонч-Бруевича позволительно усомниться. Дело в том, что до 1917 года Бонч-Бруевич придерживался крайне правых взглядов. После этого с ним, как и с генералом Брусиловым, который прежде всегда целовал ручку императору, с целью подчеркнуть особую преданность, произошла резкая перемена. Как и Брусилов, Бонч-Бруевич оказался карьеристом. И неудивительно, что оба генерала прижились в советских условиях и даже избежали репрессий. Причем дожили до глубокой старости. В своих воспоминаниях Бонч-Бруевич писал: «Скорее инстинктом, чем разумом я тянулся к большевикам, видя в них единственную силу, способную спасти Россию от развала и полного уничтожения. Нутром я верил Ленину». Однако другие генштабисты не разделяли подобного идиллического взгляда. И в частности, полковник Ковалевский, который был расстрелян в 1918 году, говорил своему товарищу генералу Снесареву, тоже военспецу Красной Армии, что такие, как Бонч-Бруевич, предадут даже брата родного и довольно дешево. Но поступление в новую армию давало возможность продвинуться по службе многим из тех, кто не сумел сделать карьеру в старой армии по каким-либо причинам. Существует немало свидетельств того, что в Красную армию шли добровольно ради карьеры, в том числе люди, обиженные при старом режиме, неудачники, стремившиеся реализовать свой потенциал. В частности, вот на фотографии Владимир Александрович Альдероги, генерал, который был в январе 16 года переведен из генерального штаба по подозрению в финансовых махинациях. Как бы то ни было, в 18 году этот офицер добровольно поступил в Красную армию и смог служить по генеральному штабу, причем очень неплохо себя проявил в годы Гражданской войны, командуя, в частности, Восточным фронтом против Колчака. Однокашник генерала Деникина по юнкерскому училищу и академии, это выпуск 1899 года, генерал-майор Павел Павлович Сытин, к началу Первой мировой войны оказался последним по старшинству из своего академического выпуска. Лишь в 17 году он получил генеральский чин. И, возможно, карьерные неудачи тоже повлияли на его решение пойти в Красную армию, где, опять-таки, он себя проявил с лучшей стороны, командовал Южным фронтом, уже против генерала Краснова, это 18-й год. Немаловажным стимулом поступления в Красную армию было получение жалования и пайка, которое позволяло выжить офицерам и их семьи в условиях хаоса и разрухи. И, наконец, вступление в новую армию могло защитить от произвола бандитской стихии на местах, от которой в 17-18 годах погибли буквально сотни офицеров. Группа офицеров в конце 17-го, начале 18-го года участвовала в качестве экспертов в мирных переговорах в Брест-Литовске. Вот здесь фотография, как раз видно русские офицеры и германские офицеры на переговорах. В феврале 18-го года, в разгар демобилизации старой армии и после срыва брестских переговоров, немцы начали масштабное наступление на Восточном фронте, операция «Фаустшлаг» или «Удар кулаком». И, конечно, возобновление войны привело в Красную армию большое количество офицеров, которые поняли, что настал тот момент, когда надо отбросить неприятие вот этого нового режима и идти защищать Родину. Тем более, что, в общем-то, отношение к немцам, которые достаточно нагло себя повели ввиду безнаказанности, которая сложилась с начала 18-го года для них на фронте, конечно, было очень неприязненным. По этой причине в Красной армии оказались такие офицеры, как генерал Дмитрий Павлович Парский, Евгений Андреевич Искрицкий, видный военный ученый Александр Андреевич Свечин. Вот он на вашей фотографии. А также полковник Сергей Сергеевич Каменев, тоже будущий главком Красной армии, и многие другие. Старое офицерство приняло самое активное участие в отражении германского наступления на Петроград в феврале 18 года. Причем на ключевых позициях находились как раз бывшие генералы и офицеры. Вместе с генералом Бонч-Бруевичем из Ставки в Петроград прибыло 12 офицеров генерального штаба, которые заняли ключевые посты в Смольном и руководили обороной Советской России под Петроградом. А на фронте тоже все должности руководителей заняли бывшие офицеры-генералы. В частности, на Псковском направлении сражались отряды под командованием бывшего полковника генерального штаба Иордана Георгиевича Пехлеванова, болгарина на русской службе. Финляндский район обороняли отряды под командованием бывшего генерала Дмитрия Николаевича Надежного. В районе Нарвы и Ямбурга сражались войска бывшего генерала Дмитрия Павловича Парского. В районе Дно бывшего генерала Федора Александровича Подгурского. Инженерной обороной Петрограда руководил инженер-генерал Константин Иванович Величко. В итоге, как сообщал в своих показаниях по делу «Весна»
бывший генерал Свечин, наступление немцев на Псков и Нарву толкнуло меня предложить свои услуги советской власти. И к 1 марта 1918 года в Петрограде 28 бывших генералов и полковников, занимавших в старой армии должности командиров полков и выше, изъявили желание участвовать в обороне города. А в общей сложности свыше 8 тысяч бывших офицеров в период немецкого наступления добровольно вступили в Красную армию. Этого количества было достаточно для укомплектования 20 дивизий. Ну, одним из организаторов политики массового привлечения бывших офицеров в Красную армию был нарком по военным и морским делам Лев Давидович Троцкий. Здесь он изображен на эпическом полотне художника Анненкова в начале 20-х годов. Троцкий приложил, конечно, немало усилий для того, чтобы его взгляд на вопросы строительства Красной армии возобладал, потому что было очень много противников, в том числе в ЦК партии. Очень настороженным было отношение к бывшим офицерам, которых, безусловно, подозревали в контрреволюционности, саботаже и во многом обоснованно не доверяли. Ну, свое видение роли военспецов в Красной армии Троцкий изложил в речи на заседании ЦИК 22 апреля 1918 года. В вопросах чисто военных, в вопросах оперативных, тем более чисто боевого характера, военные специалисты во всех учреждениях имеют решающее слово. Ну, понятно было и самому Троцкому, и многим другим, что на добровольных началах, конечно, Красную армию не построишь. Для того, чтобы создавать массовую Красную армию, необходима мобилизация. И к этому пришли уже летом 18 года, в том числе в вопросе мобилизации офицерства. С офицерством было довольно сложно, потому что офицеры не горели желанием участвовать в братоубийственной войне, и весной 18 года некоторые при зачислении в Красную армию даже специально писали, что готовы служить в Красной армии, но только против внешнего врага, не готовы сражаться на внутреннем фронте. Тогда большевиков такие письма устраивали. В принципе, они были готовы принимать на службу людей, которые будут сражаться только против немцев. И в частности, вот, например, капитан Григорьев, пытаясь устроиться на военную службу, 4 апреля 18 года писал в Москву: «В случае потребности в офицерах генштаба для будущих формирований постоянной армии, предназначенной для борьбы с внешним, причем подчеркнул внешним, врагом, прошу о зачислении меня кандидатом на какую-либо должность генерального штаба». Ответ был стандартным: «Вы взяты на учет генерального штаба для предстоящих формирований постоянной армии для борьбы с австро-германцами». Интересно, что большевики вот считали приемлемым поначалу использовать таких офицеров против внешнего врага, но, естественно, со временем все эти обещания были нарушены. 21 марта 18 года в Красной армии было отменено выборное начало. В результате аттестации бывших офицеров по благонадежности и знаниям в Красную армию поступило только 765 человек. По приказу наркомата по военным и морским делам началась регистрация бывших офицеров-специалистов в уездных военкоматах. Уже были созданы весной 18 года военные комиссариаты, что позволило создать базу для массовой мобилизации летом. Первоначально регистрации были добровольными. Предлагалось прийти всем желающим. Ближе к лету уже стал использоваться другой принцип – добровольно-принудительный. Например, если говорить об офицерах генерального штаба, было сказано: все желающие могут приходить, но те, кто не придет, в дальнейшем не смогут служить по генеральному штабу. Это уже была некая форма принуждения. И летом непосредственно началась мобилизация, то есть уже полностью переход к принудительной форме привлечения офицерства. 29 июля 18 года был издан декрет Совнаркома о призыве бывших офицеров 1892-97 годов рождения. Мобилизации производились в Москве, Петрограде и в семи губерниях: Московской, Петроградской, Архангельской, Владимирской, Нижегородской, Вятской, Пермской, а также в 51 уезде Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных округов. Призыв офицеров был сопряжен с немалыми трудностями. Вот здесь фотография, это лето 18 года, июль, кажется. Вот события в районе Кремля некие. Печально известна история регистрации офицеров, которая прошла в Москве в августе 18 года. Тогда тысячи людей оказались согнаны в манеж Алексеевского военного училища, это в районе Бауманской сегодня, и задержаны там под охраной двух рот китайцев. Несчастные люди провели несколько дней в период с 6 по 13 августа 18 года без еды и в антисанитарных условиях, из-за чего начались желудочные заболевания, люди не были обеспечены даже кипяченой водой, кипятком, горячей пищей, соломой для того, чтобы на ней спать и так далее. Все это, конечно, не способствовало позитивному восприятию новой власти офицерами. Но так или иначе, 1 октября 18 года был опубликован новый декрет о призыве бывших офицеров и военных чиновников
не достигших 1 января 2018 года 40 лет. Вот фотография одного из военспецов в Красной Армии, такого импозантного. Но действие рождало противодействие. В условиях слабой легитимности большевистского режима, в обстановке внутренней гражданской войны, началось бегство из Красной Армии многих бывших офицеров. Конечно же, по направлению в антибольшевистские армии. Это явление было по-настоящему массовым. Количество перебежчиков исчислялось буквально тысячами. К белым перелетали даже целые авиаотряды, переходили высокопоставленные военспецы до уровня командующих армиями включительно. Понятно, что в условиях враждебности офицерства или его нелояльности военспецов требовалось контролировать, для чего был создан Институт военных комиссаров. И вот сейчас будет фотография, на которой вы увидите штаб Кавказского фронта, где в центре Михаил Николаевич Тухачевский и 4 военных комиссара вокруг. Гусев, Орджоникидзе, Трифонов и Межлаук. Там на подпись не обращайте внимания, она не совсем точна. Положение бывших офицеров в новой армии было непростым. Комиссары и красноармейская масса относились к военспецам с недоверием, как к заведомым врагам и контрреволюционерам. Красные командиры, которые окончили военные учебные заведения уже в Советской России, считали бывших офицеров своими конкурентами, в борьбе за командные посты тоже относились недоброжелательно, интриговали и, пользуясь близостью к власти и партийными связями, всячески выказывали свою враждебность. Возник даже термин «спецъедство», то есть прямое неприятие бывших офицеров в армии рабочих крестьян. Видный военспец, бывший генерал Свечин, сообщал в показаниях по делу «Весна»: «С самого начала моего пребывания в Красной Армии я ощущал атмосферу недоверия ко мне как к бывшему генералу, отчего возникло известное расхолаживание в сознании бесплодности моих усилий. По утвержденному Троцким положению о военных комиссарах и членах военных советов, вся работа происходит на глазах комиссара, но руководство в специальной военной области принадлежит не комиссару, а работающему с ним рука об руку военному специалисту. Комиссар не отвечает за целесообразность чисто военных, оперативных боевых приказов, ответственность за них падает целиком на военного руководителя. Подпись комиссара под оперативным приказом означает, что комиссар ручается за данный приказ как за продиктованный оперативными, а не какими-либо иными контрреволюционными соображениями. В случае неодобрения чисто военного распоряжения комиссар не задерживает его, а только доносит о своем неодобрении стоящему выше военному совету. Только такой оперативный приказ может быть задержан, относительно которого комиссар приходит к обоснованному выводу, что приказ продиктован контрреволюционными мотивами». Впрочем, некоторые бывшие офицеры были глубоко убеждены, что комиссары, как люди, не имевшие специальной военной подготовки, просто не в состоянии их контролировать, поскольку ничего не поймут в таком приказе. Несмотря на недоверие, комиссары должны были оберегать в то же время военспецов от солдатских масс и разъяснять бойцам смысл и назначение привлечения бывших офицеров в Красную Армию. Другой функцией комиссаров был, конечно, политический контроль над военспецами и предотвращение измен. Не все комиссары были к этому надлежащим образом подготовлены, поскольку, естественно, необходимо было все-таки обладать какими-то военными знаниями. И еще для работы с военспецами требовалось чувство такта. Интересно, как большевики разъясняли рядовым красноармейцам потребность в привлечении на службу офицерства. Приходится покуда иметь рядом с красными офицерами командный состав из старых офицеров. Но строй армии таков, что командный состав не имеет того значения, что в прежней армии. Он имеет исключительно технические функции. Выбирать его пока еще не следует. Красноармейцы могут выбирать хорошего товарища, но командир он будет плохой. Что из того, что он хороший товарищ, когда своим неумением он может погубить многих красноармейцев? Назначенный, который знает свое дело, этого не сделает. С другой стороны, не надо забывать того, что за командиром следит политком. Бывает иногда измена, но зато польза от старого офицерства в тысячи раз больше, чем вред от возможных при контроле измен. Многие уже свыклись с советской властью и стали ее друзьями. Если бы не старое офицерство, мы не имели бы такой сильной на научных началах организованной армии, ибо рабочие и крестьяне не имеют таких знаний, как они. Командиру надо подчиняться. Иногда красноармейцам кажется, что командир – изменник. Они отказываются подчиниться его команде и благодаря этому терпят поражение. И напрасно погибают сотни, а иногда и тысячи товарищей. Командиру надо беспрекословно подчиняться. Измена может быть одна на тысячу. А никто ведь не отказывается ездить на пароходах, потому что из тысячи пароходов один, вероятно, потонет. Благодаря разным причинам. И, между прочим, благодаря тому, что капитан одного парохода может оказаться одновременно и главарем бандитской шайки. Ну вот в таком варианте разъяснялось, почему нужны офицеры в Красной Армии. Надо сказать, число изменников, конечно, было довольно велико. Если говорить об установленных фактах, то из Красной Армии, например, дезертировал каждый третий генштабист, а это более 500 военных специалистов.
Причем в ряде случаев происходили даже коллективные измены. Так произошло, например, летом 18 года с военной академией, которая в полном составе перешла на сторону антибольшевистских сил в Поволжье, причем сразу в двух местах, сначала в Екатеринбурге, а потом в Казани. Точно так же изменил штаб Приволжского военного округа. Летом осенью 19 года это произошло с полевым штабом 14-й армии и со штабом 8-й армии. Для повышения лояльности специалистов и предотвращения многочисленных измен были приняты довольно серьезные меры. Первоначально вся ответственность за измены военспецов возлагалась на комиссаров. Но события лета 18 года показали, что этого недостаточно. Комиссары не могли предотвращать измены даже среди немногочисленной касты генштабистов, не говоря уже об основной массе офицерства. Взаимоотношения между командирами и комиссарами часто приобретали личностный характер, что не способствовало контролю, потому что, понятно, когда возникает дружба, тогда уже теряется бдительность, поскольку возникали не только конфликты и конфронтации, но и симпатии. Не случайно Троцкий писал своему заместителю Склянскому 21 мая 19 года, что вот эти фронтовые привязанности – наша общая беда. То есть они не хотели, чтобы возникали вот эти личностные положительные взаимоотношения командиров и комиссаров. Недостаточность комиссарского контроля привела к поиску новых форм борьбы с изменой. Одним из способов стало устрашение военспецов посредством приказов о том, что члены семей изменников будут браться в заложники. Такой приказ был издан Троцким 30 сентября 2018 года, и он предполагал арест членов семей военных специалистов, которые дезертировали из Красной Армии. Для этого требовалось регистрировать место жительства семей военспецов. Что касается практического воплощения этой меры, то его проясняет очень важное свидетельство Троцкого, которое он оставил уже спустя много лет после гражданской войны, когда был в Мексике. Тогда он посвятил заложничеству целый раздел своего очерка «Их мораль и наша», который называется «Революция и институт заложничества». Он писал: «Декрет вряд ли хоть раз привел к расстрелу родственников тех командиров, измена которых не только причиняла неисчислимые человеческие потери, но и грозила прямой гибелью революции. Признавая, что отдельные случаи арестов членов семей военспецов имели место, он неоднократно утверждал, что более серьезных мер в их отношении не практиковалось. Действительно, если посмотреть документы гражданской войны, документы Красной Армии, мы не находим подтверждения тому, что это явление, эта мера получила массовое воплощение». Еще одним способом держать офицеров в напряжении были их произвольные и необоснованные аресты. Часто, пытаясь проанализировать причины того или иного ареста, буквально в документах не находится объяснение. Однако такое объяснение дал член Реввоенсовета Республики Константин Александрович Механошин. «К арестам и обыскам специалистов я могу порекомендовать относиться более спокойно. Это есть одна из форм контроля и воздействия на них, дабы предавать и изменять было бы не так легко и без риска, что многих слабодушных удержит от измены». То есть шло систематическое запугивание военных специалистов вот такими мерами, превентивными арестами, угрозами взять в заложники членов семей и так далее. На 8-м съезде РКПБ во второй половине марта 2019 года развернулась масштабная дискуссия об использовании военспецов в Красной Армии. Противниками политики массового привлечения военспецов была группировка, неформальным лидером которой был член ЦК Иосиф Виссарионович Сталин. Ленин тогда поддержал отсутствующего Троцкого и подчеркнул важность использования культурно-буржуазного аппарата, не прибегая к излишнему притеснению специалистов, но контролируя их работу в то же время. Постепенно в Красной Армии стали складываться группировки партийных лидеров и поддерживавших их крупных специалистов. Военный руководитель Высшего военного совета, а позднее начальник полевого штаба Реввоенсовета Республики Бонч Бруевич, который уже упоминался ранее, главком Каменев, который сейчас на фотографии, и командующий Кавказским и Западным фронтами Тухачевский были выдвиженцами Ленина. Выдвиженцами Сталина считались командующий Южным и Юго-Западным фронтами Александр Ильич Егоров и командующий 14-й, 9-й и 13-й армиями Иероним Петрович Убаревич. Главком в Ацете смог считаться ставленником Троцкого. Конфликты в большевистском руководстве тоже нередко вели к тому, что отражались на военспецах, поддерживавших тех или иных большевиков. Например, такой характер носили массовые аресты военспецов в полевом штабе Реввоенсовета Республики в июле 2019 года, когда шла борьба между Лениным, Сталиным, Троцким по вопросам строительства Красной Армии, вопросам влияния в ней. Здесь, конечно, еще много дискуссионных моментов, которые не прояснены историками. Многие документы, кстати, по этому делу до сих пор находятся на закрытом хранении. Так или иначе,
Важнейшей задачей большевиков было выстраивание мощной армии, в которой, несмотря на приоритетное положение партии, должен был все-таки существовать некий баланс интересов комиссаров и военспецов, при том, что буйные головы встречались как среди одних, так и среди других. Поскольку было ясно, что одним принуждением эффективную армию не построить. Многие бывшие офицеры служили в Красной армии не только из-под палки. Известны случаи героического поведения бывших офицеров в гражданскую войну. В частности, бывший генерал-майор Александр Панфомирович Николаев, он на фотографии, который командовал бригадой 19-й стрелковой дивизии, был взят белыми в плен в мае 19 года под Ямбургом. За отказ перейти к белым на службу он был повешен. Посмертно награжден орденом Боевого Красного Знамени. Ну тогда просто орденом Красного Знамени. Аналогичный поступок совершил бывший генерал-майор Антон Владимирович Станкевич, который командовал 55-й стрелковой дивизией Красной армии и попал в плен к белым на Южном фронте в октябре 19 года. Отказался перейти к белым на службу, при том, что у белых ранее служил его родной брат. Он скончался к тому времени. За что подвергся жестоким пыткам и был повешен. Позднее также награжден орденом Красного Знамени и с воинскими почестями похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Разумеется, Красная армия могла строиться прежде всего на базе лояльных военных специалистов, опираясь на лояльных людей, потому что на предателей, на перебежчиков, на них много, конечно, не построишь. И все-таки, естественно, лояльных было большинство. На плечи этих людей и легла вся работа по формированию новой армии. И вот на фотографии вы видите Михаил Васильевич Фрунзе в окружении группы военных специалистов в штабе Южной группы Восточного фронта весной 19 года. Военспецы составляли 100% советских главнокомандующих, начальников Всероссийского главного штаба, полевого штаба Реввоенсовета Республики, штаба Красной армии, 85% командующих фронтами, 100% начальников фронтовых штабов, 82% командующих армиями, не менее 91% начальников армейских штабов, до 70% начальников дивизий, свыше 50% начальников штабов дивизий, более 90% преподавательского состава военно-учебных заведений периода Гражданской войны. Все это свидетельствует об их решающем вкладе в создание Красной армии. Не случайно Ленин весной 20 года неоднократно отмечал, что без военспецов не было бы и Красной армии, и ее побед. Ну и режим работы военспецов в гражданскую войну в Красной армии был просто невероятным. Дефицитные специалисты генерального штаба, например, работали практически без отдыха, иногда по 17-19 часов в сутки. Работа без сна на протяжении нескольких дней была обычным явлением. При этом отношение ко многим специалистам со стороны политического руководства было исключительно потребительским. Максимально использовать их знания и опыт, не считаясь нагрузкой. При содействии военспецов большевики смогли восстановить сеть дореволюционных военных училищ и академий, создать военную академию РКК, которая первоначально называлась Академией Генштаба Красной Армии. Кроме того, часть военно-учебных заведений была полностью создана с нуля в годы Гражданской войны. Среди военспецов оказалось немало тех, кто сумел приспособиться к условиям и требованиям новой армии и даже сделал в ней неплохую карьеру. При отсутствии в Красной армии воинских званий карьера тогда определялась должностями. Для быстрого должностного роста требовалось прежде всего профессиональные качества, личные качества, лояльность. И все это могло в совокупности способствовать продвижению такого военного специалиста в Красной армии. Кроме того, важную роль могла играть протекция со стороны того или иного партийного деятеля. Покровительственным и в целом доброжелательным отношением к военспецам известны такие представители большевистской элиты, как Троцкий, Аралов, который сам был бывшим офицером, Михаил Васильевич Фрунзе. Что касается непосредственно военных специалистов, то впечатляющей карьерой за гражданскую войну могли похвастаться из числа бывших офицеров Вацетис, Каменев, Тухачевский, Убаревич, Август Иванович Корк, Матвей Иванович Василенко. Это один из командующих Красными армиями, который, между прочим, начинал гражданскую войну в рядах Белой армии на Волге. А потом уже в 19-20 годах командовал несколькими Красными армиями. То есть эти люди дослужили до высших командных постов в советской военной иерархии. Несколько бывших офицеров стали членами высшего органа советского военного управления Реввоенсовета Республики. Среди них бывшие полковники Вацетис и Каменев, бывший контр-адмирал Альтфатер, бывший подпоручик Антонов Овсеенко, бывший штабс-капитан Аралов, бывший прапорщик Курский, бывший мичман Раскольников. Из 23 членов Реввоенсовета Республики было 7 военспецов. Хотя к дезертировавшему еще в русско-японскую войну Антонову Овсеенко термин «военспец», конечно, может относиться весьма условно.
или 30,4% всех членов Реввоенсовета. Причем в Ацете Скаменев и Альтфатер, которые единственные из всех членов Реввоенсовета являлись действительно квалифицированными специалистами, они оставались беспартийными. Талантливые и популярные у красноармейской массовой начальники, обладавшие лидерскими качествами, харизмой вождей, вызывали обеспокоенность большевистского руководства, которое опасалось развития событий по бонапартийскому сценарию, то есть опасалось захвата власти военными. И известно, что на гребне революционной волны, конечно, могла родиться военная диктатура. И вот по этим причинам популярных военных руководителей старались устранять. В этом отношении показательна расправа с возглавившим вторую конную армию, бывшим войсковым старшиной Филиппом Кузьмичем Мироновым, который был арестован по ложному обвинению и убит в тюрьме при до сих пор невыясненных обстоятельствах в 21 году. Вообще представление о характере службы бывших офицеров Красной армии в разгар гражданской войны дает официальная диаграмма распределения убыли военных летчиков из Красного военно-воздушного флота в 18-19 годах. Всего из рядов советской авиации за это время выбыли 554 летчика. Из них 56 разбились насмерть, 59 пропали без вести, 92 получили ушибы и увечья, 18 умерли от ран, 15 были уволены по болезни, 63 дезертировали, 43 попали в плен, 92 были арестованы, 39 перебежали и перелетели к противнику, 9 расстреляно, 68 выбыли по разным причинам. Суммарно дезертировали, перебежали и перелетели к противнику 102 человека. При суммировании с пленными 145 человек, или 26,2%, по тем или иным причинам оказались в лагере противника или сбежали от большевиков. 13,4% погибли или умерли от ран. 19,3% оставили службу из-за ранений и болезней. 16,6% были арестованы. 1,6% были расстреляны. И к началу 2020 года в строю оставалось только 378 летчиков. Таким образом, до 44,4% потерь были связаны с пленом, дезертирством и репрессиями. Искренний всплеск патриотических соображений и настроений в офицерской среде вызвала Советско-Польская война, которая стала войной с внешним противником. В конце мая 2020 года было опубликовано знаменитое воззвание бывшего генерала Брусилова и ряда других старых офицеров и генералов ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились, с призывом сплотиться в борьбе с внешним врагом. Благодаря этому воззванию многие офицеры, которые либо уклонялись от службы в Красной армии, либо не поступили в нее, служа в антибольшевистских армиях, поспешили принять участие в борьбе с поляками, поступить в Красную армию именно из соображений патриотизма. Но, конечно, патриотическая риторика в тот период была лишь способом заигрывания большевиков с офицерской массой, потому что в партийном руководстве были очень серьезные дебаты на тему того, стоит ли вообще затрагивать патриотические моменты. В любом случае, вот эта риторика патриотическая, она не изменила партийной доктрины, которая была направлена отнюдь не на защиту России, а на мировую революцию в тот период. Так или иначе, к концу гражданской войны командный состав Красной армии пополнился бывшими белыми офицерами и офицерами из национальных армий. Ими распоряжались достаточно умело. После пленения такие офицеры ставились на особый учет, местный и центральный в штабах округов и армий и во Всероссийском главном штабе. В обязательном порядке подвергались обработке на специальных ускоренных курсах политической подготовки и призывались в армию, причем во избежание проблем служить должны были не на том фронте, где они попали в плен. То есть они не могли перебежать к тем, с кем раньше служили таким образом. Например, перебежчики из Северо-Западной армии, генерала Юденича, в декабре 2019 года отправлялись служить на Восточный фронт, то есть через всю страну. Вот что вспоминал ветеран Дутовской армии, полковник Николай Николаевич Лисевицкий, который попал в плен, позднее служил в Красной армии. Отношение было чисто братское. Я, да и все мы должны были быть и были поражены и изумлены властью зверей и насильников, какими мы представляли себе большевиков, людей, которые наслаждаются видом крови и залили ее Россию. Мы встретили великодушного противника, сразу забывшего все наши вины и давшего почти каждому из нас возможность работать. Арестованы и припровождены в центр были очень немногие из нас, и то исключительно люди, так или иначе причастные к контрразведке. Продуманностью отличались и другие вопросы в отношении пленных. Например, общее число бывших белых офицеров в одной части не должно было превышать 15% командного состава. Запрещалось назначать офицеров на службу в ту местность, где произошло пленение, и предписывалось избегать назначений по месту рождения или постоянного жительства. Особо отмечалось, что от этого принципа недопустимо отступать в отношении казачьих офицеров и казаков.
В течение первого года службы бывшие белые офицеры не имели права пользоваться отпуском, но в остальном обладали теми же правами, что и прочие командиры Красной Армии. По истечении года службы, если не происходило каких-либо эксцессов, они снимались с особого учета и далее уже могли продолжать служить на общих основаниях. Напомню, что среди категории военспецов, которые попали в плен в Красной Армии в годы Гражданской войны, среди бывших белых офицеров было и два будущих маршала Советского Союза. Это Иван Христофорович Баграмян, бывший прапорщик, служивший в армянской армии, и Леонид Александрович Говоров, бывший подпоручик, который служил у Колчака. И вот здесь на фотографии вы видите, они как раз и представлены. К 1 января 2021 года бывших белых офицеров было около 12 тысяч человек, или 5,5% командного состава Красной Армии. В 2021 году на учет было принято еще 2390 бывших белых офицеров. Однако от белогвардейцев старались избавляться, и в итоге их осталось в Красной Армии порядка 2000 человек. Каким был командный состав Красной Армии к концу Гражданской войны и сколько в нем оставалось бывших офицеров? На 2021 год 41,5% командного состава не имел военного образования, не был подготовлен к занятию командных должностей и не окончил какие-либо военно-учебные заведения. Такова была цена создания массовой Красной Армии, которая, как вы знаете, к концу Гражданской войны превышала 5,5 миллионов человек. Партийного командного состава тоже было немного. В 2020 году было всего 10,5% партийных командиров. Интересно, что никто из военспецов, который занимал высшие посты в Красной Армии, того времени не был партийным. Беспартийными были и Бонч-Бруевич, и главком ВАЦТС и Каменев. Каменев вступил в партию только в 1930 году. И начальники полевого штаба Раттель, Лебедев, Костяев и другие, усилиями которых была достигнута победа Красной Армии в Гражданской войне. И в то время членство в партии еще не воспринималось как необходимость для продвижения по службе или укрепления своего положения. При этом командный состав Красной Армии Гражданской войны был очень молодым. 93,4% в 22 году находились в возрасте от 18 до 32 лет, в том числе около 57% в возрасте 20-27 лет. В 22 году в Красной Армии числились 4710 кадровых офицеров, получивших образование до 14 года, 5% комсостава, 16,5 тысяч офицеров военного времени, это почти 18% командного состава, 43 с лишним процента командиров без военной подготовки. Итак, из этих данных следует, что к концу Гражданской войны в Красной Армии военных специалистов оставалось не более 26% командного состава. Доля бывших офицеров в Красной Армии постепенно снижалась. Если в 2018 году они составляли 75% командного состава, то в 2019 уже 53%, в 2020 42% и в конце 2021 34%. И дальше по убывающей. У этого процесса были объективные и субъективные причины. Прежде всего, подготовка красных командиров непосредственно в Красной Армии, стремление избавляться от военных специалистов как потенциально нелояльных, возраст военных специалистов, который, конечно, постепенно возрастал, ну и так или иначе убыль офицеров из Красной Армии, тем более что и после Гражданской войны она продолжалась, поскольку в начале 20-х годов некоторые легально или нелегально покинули Советскую Россию и уехали за рубеж. Военные специалисты сыграли важнейшую роль в создании и укреплении Красной Армии. Благодаря их деятельности Красная Армия сохранила преемственность от старой русской армии. И вот вы видите здесь на фотографии, это командующий фронтами Красной Армии уже в 1945 году. На этой фотографии представлены не только два пленных белых офицера, о которых я уже упоминал, Баграмян и Говоров, но здесь еще и Александр Михайлович Василевский, офицер военного времени, бывший штабс-капитан, и Федор Иванович Толбухин, тоже офицер военного времени, бывший штабс-капитан. Итого 4 бывших офицера среди командующих фронтами Красной Армии 1945 года. Конечно, военспецы сумели передать свои знания и опыт следующим поколениям советских командиров, что в конечном итоге способствовало в том числе и победе в Великой Отечественной войне. Наличие среди командного состава Красной Армии многих высокообразованных людей способствовало повышению интеллектуального уровня армии. И, конечно, в итоге вот, военные специалисты сыграли свою роль в том, что Красная Армия, а затем Советская Армия смогла превратиться уже после 1945 года в одну из самых, если не самую грозную вооруженную силу в мире в послевоенный период. То есть роль военных специалистов в этом, конечно, трудно переоценить. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Хочу спросить, вот сейчас вот Булгаковская выставка идет в Манеже, и там материалы, связанные с пьесами Булгакова «Дни Турбиных». И Сталину, вот, ну, все знают, там подчеркивается, что Сталину очень нравилась эта пьеса. В принципе, пьеса о чем? Об офицерах. Вот не кажется ли вам, что, вот, собственно говоря, эта пьеса и такой вот, и то, что Сталин привлекал внимание к этой, так сказать, пьесе, ну, своим присутствием, и, в общем-то, ее так долго ставили, вот, связано с, так сказать, передачей какого-то опыта вот, военного от офицеров прошлых, так сказать, лет, к новому, так сказать, вот, к офицерам Красной Армии. Вот нет тут какой-то вот связи. Потому что, в принципе, если с точки зрения антисоветизма рассматривать, пьеса абсолютно антисоветская. Да? Но, тем не менее, ее почему-то вот очень любили ставить. Ну, в общем. Ну, можно вспомнить, что Сталин любил и «Бессмертный Тихий Дон», где тоже, в общем, много моментов, связанных с антибольшевистскими такими сюжетами. Так или иначе, Сталин со времен Гражданской войны был одним из проводников антиофицерской политики. Он как раз руководил той самой неформальной группировкой, которая олицетворяла военную оппозицию в Красной Армии. Сам он напрямую старался не выступать от лица этой военной оппозиции, но там было немало сторонников его взгляда. И, конечно, очень сложно пришлось Троцкому в борьбе вот с этими оппозиционерами, чтобы отстоять свою точку зрения на необходимость привлечения офицеров в Красную Армию, потому что, конечно, очень часто можно было слышать на протяжении 18-го года, даже в 19-м году, о том, не изгнать ли всех офицеров из Красной Армии. Даже Ленин, который старался удерживать баланс между Сталиным и Троцким, он нередко, в общем-то, даже задавался вопросом, не изгнать ли офицеров из Красной Армии, и Троцкого тоже спрашивал об этом. Конечно, он был очень сильно удивлен, узнав о масштабах привлечения бывших офицеров в Красную Армию, узнав, что буквально десятки тысяч людей служили в Красной Армии на командных постах из числа бывших офицеров. То есть здесь мне сложно сказать насчет роли произведения Булгакова в восприятии Сталина. Я знаю, что отношение к бывшим офицерам у него было в целом отрицательным. Но со временем все же и Сталин вокруг себя начал группировать тех бывших офицеров, с которыми можно было ему взаимодействовать, так или иначе. Вот я называл Егорова, например, да, и некоторых других, кто мог быть отнесен к выдвиженцам Сталина. Ну, действительно, приходилось, находясь на военной работе, взаимодействовать с офицерами. Вот еще был полковник Петин, который тоже здесь фигурировал, был один из крупных военных специалистов Красной Армии. С ними Сталин взаимодействовал в гражданскую войну, и, видимо, все-таки какие-то представления бывшие офицеры тоже передавали и большевистским деятелям, потому что, естественно, в общении происходило взаимодействие. Кто-то чему-то учился, происходил обмен информацией, обмен опытом, которым обладали эти, в общем-то, совершенно полярные по своей природе люди, представители совершенно полярных сил общества, допустим, старой России. Вот, наверное, так. Скажите, пожалуйста, вот несколько не по теме, судьба этих всех кадровых офицеров в 30-х годах, 40-х, в конце 20-х, как сложилась? Тут, насколько вы апеллировали как бы, ссылкой на операцию «Весна», где были расстреляны бывшие служащие генерального штаба русской императорской армии, и которые перешли на сторону советской власти. Вот о них чуть подробнее расскажите, пожалуйста. Спасибо. Ну, было в 30-е годы две волны репрессий в отношении бывших офицеров, которые могут быть названы действительно крупными волнами. Надо сказать, что на протяжении 20-х годов постепенно шло вычищение из командного состава Красной Армии бывших офицеров, их процент сокращался, но и в 30-е годы начались вот эти самые печально известные массово-репрессивные кампании. Первая из них была дело «Весна» 30-31 годы, центром которого была Украина, но оно, в принципе, распространилось по всей стране. Здесь еще, конечно, тоже предстоит много что исследовать, многие вопросы остаются неизученными. Буквально тысячи офицеров были арестованы по этому делу, и многие из них были расстреляны. Хотя, конечно, до масштабов большого террора второй половины 30-х годов было далеко. Большой террор, конечно, охватил существенно больший круг лиц. Здесь были и те, кто служил в Красной Армии, и те, кто давно не служил, были и те, кто раньше служил у белых, были и те, кто всегда был лоялен большевикам. Поэтому здесь, конечно, какой-то логики в этих репрессиях найти очень трудно.
Если говорить о масштабах, конечно, думаю, что тысячами исчисляется численность погибших бывших офицеров в результате репрессий. Я могу судить предметно только, где поименно знаю, это офицеры генерального штаба, которым я занимался. Несколько сотен офицеров были расстреляны генштабистов непосредственно. То есть это люди с высшим военным образованием в 30-е годы. Из них к Великой Отечественной войне остались в Красной армии около 30 человек. То есть можно представить, что в гражданскую войну было 1500, а к Великой Отечественной осталось около 30. Вот сокращение в каких масштабах прогрессировало. Что касается всей офицерской массы, всей массы бывших офицеров, то здесь, конечно, много факторов. Не только репрессии приводили к тому, что они уходили из Красной армии, естественно, и возраст. Потому что все-таки, когда мы говорим о бывших офицерах, это люди рождения до 90-х годов 19 века. Естественно, по мере, так сказать, приближения к 30-40 годам, их было все меньше в армии и по объективным, и по субъективным причинам. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот те процессы, которые происходили с офицерством после русско-японской войны и до 2014 года, ведь тоже там происходили очень сложные процессы и в генштабе, и вот эта вот Столыпинская эта вся кампания, когда привлекали офицеров к военно-полевым судам после 1905-1906 года. Это же в офицерской среде это было очень непростым делом. Вот вы занимались вообще вот этими вопросами? Спасибо. Значит, что касается периода между русско-японской и Первой мировой, то, конечно, события Первой русской революции, они очень сильно повлияли и русско-японской войны, поражение в ней позорного, как многие воспринимали, и прежде всего общественность в России, очень сильно повлияли на самосознание офицерства, на его восприятие вообще событий в стране. Конечно, в военно-профессиональном плане многие занялись углубленно военной наукой, началось пробуждение армии, этот период называют военным ренессансом, когда стали активизироваться и военные журналы, стала активизироваться военная публицистика, стали издаваться военно-научные исследования о том, почему мы оказались проигравшими японцам, которых всегда считали слабой державой и, в общем-то, даже презрительно относились до русско-японской войны к их военному потенциалу. Это что касается военной сферы. Началось пробуждение, началась реорганизация армии. Если бы не это поражение, конечно, в Первую мировую пришлось бы российской армии гораздо хуже. Что касается политической стороны, то да, Первая русская революция была своеобразным таким ударом в спину воюющей армии в Маньчжурии. И, конечно, тут тоже началась радикализация, политизация определенная. В офицерской среде стали появляться, естественно, и те, кто поддерживал революционные движения. Мы знаем немало таких деятелей. Стали появляться и различные нелегальные офицерские организации первые. Но, опять же, основная масса офицерства все-таки оставалась лояльной власти, лояльной императору. Если бы не лояльность армии, конечно, Первую революцию не удалось бы подавить, как это произошло. Поэтому здесь я бы не стал переоценивать вот эти процессы. Все-таки это были отдельные случаи политизации офицерского корпуса, который в основной своей массе до 1914 года и дальше, пока вот кадровые офицеры не были выбиты, он оставался полностью лоялен монархии и существующему режиму. Уже радикализация офицерства связана с тем, что, с тем, о чем я говорил, с приходом в офицерскую корпорацию офицеров военного времени, с тем, что в ней появились совершенно не типичные представители, ну, представители, собственно, не офицерства как такового, да, а выходцы из других слоев, других групп населения. В нем появились люди, которые не имели психологии офицеров. И вот тогда началась стремительная политизация и радикализация офицерства. Здравствуйте. Будьте любезны, прокомментируйте, пожалуйста, если можно вкратце, судьбу генерала Слащева, генерала Яши, как его называли, ведь он же после сдачи Крыма, да, уехал в Константинополь, эвакуировался, да, потом вернулся, преподавал и потом был застрелен, убит. Такая вот неординарная судьба.
хотя бы вкратце расскажите немножко. Спасибо. Ну, вкратце вы уже обозначили то, что произошло со Слащевым в Советской России. Да, Яков Александрович Слащев был одним из видных военачальников белого лагеря. У него в 20-м году произошел конфликт с генералом Врангелем, в результате чего он оставил русскую армию и впоследствии поддался на уговоры советских представителей. Это была специальная операция органов госбезопасности по его возвращению в Советскую Россию. И лично Дзержинский приезжал его встречать даже. И вернулся на родину. Здесь он поступил в Красную армию. Мне удалось обнаружить документ в архиве социально-политической истории о том, что он был тайным осведомителем органов госбезопасности. Судьба его сложилась трагически. Буквально через несколько лет, в 20-е годы, он был убит якобы в качестве мести за то, что совершал казни в Крыму в 20-м году одним из родственников казненного им человека. Что можно сказать в качестве комментария? Действительно, некоторые офицеры после гражданской войны вернулись в Советскую Россию, участники Белого движения, были сильны так называемые сменовеховские настроения, сменовех, отказ от идей борьбы с большевиками и идея того, что Родина одна, и возвращение на Родину. Некоторые офицеры действительно вернулись в Советскую Россию в 20-е годы, поверив тому, что действительно новая власть является национальной властью, и она будет защищать интересы России, как их защищала прежняя власть. Да, с точки зрения офицерства, именно такой подход был значимым. Тоже многие из возвращенцев пострадали впоследствии от репрессий, поэтому тут я воздержусь от каких-либо моральных оценок. Действительно, был порыв после гражданской войны, после такой впечатляющей победы Красной армии на всех фронтах, когда действительно офицерство и белое движение, которое было офицерским по своей сути, было разбито, в общем-то, Красной армией, которую никто с офицерами не ассоциировал. Это, конечно, производило очень сильное впечатление на тех, кто потерпел поражение. Прокомментируйте, пожалуйста, ваше мнение по увековечиванию памяти сейчас деятелей антибольшевистского лагеря, в частности, установка памятников Врангелю в Крыму и памятных досок в Петербурге. Спасибо. Угу. Спасибо. Я считаю, что гражданская война, конечно, является общей трагедией нашей страны. И с уважением отношусь к представителям командного состава и красных, и белых. И в этом смысле я считаю, что вполне хорошо, что появляются различные памятные знаки, связанные с теми или иными деятелями, как одной, так и другой сторон, в которых бы отражалась их роль в деле, допустим, защиты России. Что касается каких-то политических аспектов политизации, тут, конечно, надо в каждом случае подходить индивидуально, потому что, естественно, если мы говорим о периоде Второй мировой войны, да, то некоторые офицеры участвовали в движении коллаборационистском, и здесь, естественно, надо учитывать все обстоятельства, которые связаны с тем, что этот офицер в целом как личность представляет в нашей истории. Поэтому в данном случае, естественно, надо подходить по совокупности того, что сделано каждым человеком, по совокупности оценки его жизненного пути в нашей исторической памяти. Спасибо.